оказывается, это аллея 850-летия, наверное, города Гродно. Всякие камушки. Идем ближе. По другой стороне красивые дома. Так вот она выглядит со стороны улицы Лермонтова. Это мы сейчас внутри, или как сказать, посередине стелы. А с южной такая девушка, большая, металлическая, с таким каким-то полотенечком, ну, наверное, хлеб-соль или что-то такое. Да, металл. Раньше здесь где-то было колесо обозрения, кстати, Гродно. Вот там вот где-то.